Скажите, вот родитель ваш производит впечатление такого, знаете, вот отца, который женихов гонял, вот такой, который был вот очень такой, нет, был придирчивым таким. Все отцы такие, мне не кажется. Все, нет, не ну все? Я вас уверяю, нет, да? Не все. Это просто, значит, вы просто ответили на самом деле на вопрос. То есть тяжело пришлось, да, супругу пришлось несколько фильтров пройти, да? Да, папа не из тех, кто мечтал выдать меня замуж. Угу. Ну, вот мне кажется, что папа к единственной дочке, как правило, вот все время такой, а зачем вообще это все? Зачем? То есть у папы именно был такой вопрос, зачем тебе это? Угу. Вот это совершенно непонятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».